Проверить свои навыки управления велосипедом на дорогах с препятствиями, узнать, зачем перед любым заездом нужна спортивная зарядка, и получить права категории V смогли берестейские поклонники передвижения на двухколесном транспортном средстве в минувшие выходные. Мобильный оператор «Велком» нов собрал на одной площадке жителей города над Бугом в рамках социального проекта «Велосити», направленного на развитие велодвижения в нашей стране. Мы наших, скажем так, участников академии, курсантов, как мы их называем, мы их тренируем, натаскиваем на стандартные опасные ситуации, поскольку знание правил дорожного движения, оно не помогает полностью себя защитить на дороге от неприятных ситуаций. Данный проект, в том числе, он своей целью имеет, чтобы велосипедисты повысили уровень своих знаний правил дорожного движения и безопаснее вели себя на дороге. Велосипед как средство передвижения набирает все большую популярность. Во всем мире двухколесное транспортное средство, приводимое в движение при помощи мускульной силы, а именно такое определение дает этому слову Ожегов, пользуется спросом как среди любителей активного вида отдыха, так и у тех, кто ратует за сохранение экологии на планете. Все больше жителей города над Бугом поддерживают эту инициативу и пересаживаются из комфортных автомобилей на пусть и не такие, такие скоростные, но однозначно более полезные для здоровья велосипеды. Мы очень положительно относимся к таким мероприятиям, потому что все-таки здоровый образ жизни – это самое главное детям, подросткам, даже для взрослых. Конечно же, велосипеды – это круто. Надо пересаживаться на велосипеды. Социальный проект мобильного оператора за небольшой временной отрезок, старт был дан в 2013 году, смог не только доказать свою пользу, но и серьезно расширить границы. Сегодня это не просто ряд мероприятий, а целая академия Velocity, число поклонников, которое растет в геометрической прогрессии. Каждый новый проект уже не просто заманчивая инициатива, привлекающая внимание своей новизной, а ожидаемый и любимый праздник. Все круто, класс. Я вообще об этом узнал месяц назад, и я ждал этого дня. И вот я и товарищ мой, мы ждали, и мы знали, что мы здесь будем, и мы сюда поедем. Это движение надо развивать. На самом деле, велосипед – это очень круто. Это реально круто. Поверьте мне, есть у меня есть и семья, у меня есть и деньги, у меня есть и машина, и она не одна, но езжу я на велосипеде, потому что это реально круто. Помимо проведения таких обучающих занятий и конкурсов, проект Velocity активно участвует в развитии велосипедной инфраструктуры. В прошлом году именно с установки специальных парковок и была начата вся работа. В 2014-м появилась еще и академия, но организаторы уверены, что сил хватит не только на эти два направления. Задач и целей, а главное, планов по их воплощению немало, а значит, велосипедистов ждет еще не одно захватывающее и увлекательное велопутешествие.